Ну а юношеская сборная Якутии по футболу заняла 5-е место в международном турнире среди детей 2004 года рождения. Кубок мира прошел в Китае. Боролись 64 команды. Подробности у нашего корреспондента Валерии Константиновой. Футболисты из Якутии на арене Кубка мира выступили впервые. Главную конкуренцию им составили команды из Бразилии, Испании, Кореи и Японии, а точнее игроки, которые имеют профессиональные контракты с клубами. Ну и на фоне таких спортсменов юные футболисты из Якутии выступили достойно. Спасибо боевому настрою и усиленным тренировкам. Пришлось месяц целый работать, два раза в день, пятиразовые тренировки в неделю. Сама организация турнира очень высокая, на высочайшем уровне. Открытие, то есть можно сравнимо, очень грандиозно, просто супер. Однако организаторы подвели с делением на возрастные категории. Зачастую 12-летние ребятишки выходили на матчи против подростков 14 лет. В таких условиях играла и команда из России. В полуфинале нам было очень трудно. Мы не проснулись, встали в 5 утра. Игра была 8. А сразу же мы пропустили 2 гола, но потом мы сумели отыграть. И в конце нам не повезло. Там вроде был штрафной, и соперник уже как бы стоял. Думали, что штрафной, на нас нафалили. И судья не дал свисток, и вратарь не ожидал там. И пропустили мы, 3-2 проиграли им. Но все равно ребята проявили сильные моральные качества. Никого не боялись и были настроены уверенно. Результат показывает, что команда подготовлена как технически, так и психологически. В следующем году команда рассчитывает только на победу. Валерия Константинова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.